Вот уже в третий раз ветераны футбола Щелковского района собираются на традиционном турнире. Матч посвящен ушедшим легендам щелковского футбола, людям, чьи имена неразрывно связаны с историей этого спорта, товарищам, которых больше нет рядом. На турнире ежегодно встречаются люди, неравнодушные к этой игре и спорту в целом. Футбол, как вид спорта, это замечательное действие. И в Щелкове, что хорошо, материальная база создана, и клубы были серьезные в чемпионате России и международных играх. И вот сформировалась такая большая группа людей, которые не могут без футбола. Я рад, что у меня появилась возможность сегодня. Ребята позвонили. Думаю, нельзя не ехать, обидеться. Игра как дань уважения ушедшим товарищам. Уже по традиции перед началом матча их память почтили минутой молчания. Мы будем вспоминать о тех, кто ушел раньше времени по разным причинам. Конечно, мы скорбим, жалеем об этом, но жизнь продолжается. Для каждого из игроков футбол не просто спорт, это целая жизнь. Всех этих людей когда-то объединила одна игра, с которой просто невозможно расстаться и поныне. Такие матчи всегда по-настоящему товарищеские. И самое главное, это повод для встречи с друзьями и коллегами. Итак, команды-участники уже на поле и приветствуют друг друга. До начала игры остается буквально минута. Ярко, энергично, захватывающий. Именно так прошел турнир. Играли две команды – сборная 70-х и 80-х. Два тайма по 30 минут. Для игроков этот товарищеский матч – возможность показать и уровень физической подготовки. И, конечно, как это и бывает в настоящем футболе, не обошлось без острых моментов. Футбол, общение, радость увидеть друг друга. Ну и просто-напросто как-то определиться с планами дальнейшего, не потерять товарища до следующего года. Человек вот выглядит на поле, выглядит он такой, какой он есть на самом деле. А не такой, как он хочет казаться там где-то. Как вот сидит на трибуне, напыжится и сидит. А он на поле раскрепощен, он бежит такой, какой есть. Это болезнь наша. Вот видите, уже людям там по 60, за 60, их никак не можем остановить. Уже вот они бегают, видите, которым за 60 уже там есть. Это надо почувствовать. Завершился матч со счетом 4-2 в пользу сборной 70-х. Команда забрала главный трофей. Также 6 ветеранов были удостоены награды легенды щелковского футбола. Ну и по традиции в конце игры фото на память. Вот так на протяжении десятилетий одна игра объединяет разных людей в одну большую семью. Команду, для которой футбол – целая история. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».